Всем доброго дня. В этом ролике я хочу рассказать вам, как я убираю потеки, показать один из методов, который оказался для меня потеков. Так, вот мы видим, у нас потек лак, капелька. Вот сфокусировалась камера. Как обычно, самое такое нехорошенькое место. Я беру обычное лезвие. Края заклеиваю скотчем, чтобы, если это прямая плоскость, то края не царапали. И начинаю плавно, тихонечко сошкабливать так вот под ровным углом, вводя по потеку. Он начинается плавно, начинает стираться. Единственное, что в моем случае у меня капелька, она не просохла. А лучше, конечно, чтобы полностью весь потек был просохший. Ну а само начало потека, он сухой, ну просохший уже. И вообще очень хорошо сводится. Ну, с каплей пришлось мне немножечко повозиться, это сейчас вы увидите на видео. Как вы видите, лак схватился не очень хорошо, поэтому я достаточно долго вожусь над этой каплей. Как правило, обычно такой подтек у меня занимает, ну, не более там пару минут. Это, наверное, максимум, если лак просохший. Поэтому, скажу честно, ну, какие-то другие методы, способы я пробовал. Я очень много пробовал разных методов, как убирать потеки. Но это оказался самым быстрым, самым, ну, наверное, наилучшее соотношение качество-время. Вот. Тут главное условие, чтобы был только просохший лак. Значит, после того, когда мы сошкаблим полностью весь потек, у нас должна быть одна матовая плоскость, без каких-либо там канавок, которые остаются. Обязательно держим лезвие под ровным углом, либо чуть даже наклоненное в сторону, в ту, которую мы вводим. Еще из нюансов. Обязательно острое лезвие. И, как правило, я беру на каждый потек новенькое лезвие. Вот. По истечении того, как я убрался потек, я прохожу на сухую тысячной наждачкой машинкой, совсем чуть-чуть буквально. К сожалению, на видео не смог это впечатлить, как я прошел с наждачкой, потому что приехал хозяин машины, пришлось немножечко поторопиться. Вот, я прохожу с тысячной наждачкой. Вот мы видим, что уже у нас потек ушел. Прохожу с тысячем, я... Вот тысячный прошелся, затем я полирую зеленым колпачком. Вот, наверное, и все. Как бы потек полностью ушел, ничего не видно в отражении. Ну, наверное, не забываем подписываться, дабы все-таки у меня был интерес продолжать новое выкладывать видео. Всем спасибо, до скорых встреч!